Здравствуйте, дорогие зрители канала Waycard. Сегодня у нас прекрасная легенда, буквально в смысле этого слова, Honda Accord 7. Машина то ли 13 года, то ли что-то. Ну, в общем, 7 Accord. К нам обратился клиент, задача поставить магнитолку, поставить камеру заднего вида. Причем камера у нас сейчас идет в подарок, у нас такая вот акция на данный момент действует. Ну, действует она или нет, вы когда смотрите видео, вы позвоните, то уточните. Ну, так или иначе, здесь стояла обычная простая магнитола, и теперь мы сюда установили вот такой прекрасный девайс. Данная магнитола идет сразу вот вся вот эта вот рамка целиком, то есть вот этот вот блок климата, он переставляется. Здесь все разъемы штатные остаются полностью, управление все по штату, то есть все разъемы имеется в виду. Она отображает у нас температуру, которая у нас сейчас происходит, как там двухзонный климат-контроль, все работает. Кондиционер, режимы переключения, авторежим, все, то есть, соответственно, подогревы задних стекол, рециркуляция, все на лабаш тоже, в общем, весь функционал полностью на месте остается, как есть, и точно так же работает, и отображается все это на мониторе, вот в таком всплывающем окошке. Также, по приколу, можно управлять всем этим делом еще и из встроенного приложения, кстати, вот. То есть это приложение, которое встроено в Android, тоже управляется ровно точно так же. Также можно переключать режимы, двухзонный климат, автоматический режим, кондиционер и так далее. То есть все здесь есть, можно таким вот образом управлять. Машина соединяется, естественно, по коншине, она у нас отображает открытые двери. Соответственно, ну, в общем, в принципе, в данном автомобиле вот еще так же, конечно же, кнопки на руле, но куда же без них, да, кнопки здесь аналоговые, они программируются непосредственно на самой магнитоле, поэтому вы можете их запрограммировать так, как вам удобно. Я вот, например, кнопку мода запрограммировал на запуск навигатора. То есть его включаешь, и у тебя запускается навигатор. И обратите внимание, это 7862 процессор, 4.32. Здесь прямо вот, собственно, очень шустро работает навигатор. Привет, Алиса. Лиговский 33. Показываю варианты. Ну ладно. Все, можно ехать, да, то есть куда-то непонятно куда. Строим маршрут. Доставила Алк. Поехали. Все. Через 100 метров поверните налево. Включаем навигатор. Накатанный режим. Радио. Все. Можно пользоваться. Здесь у нас радио, здесь навигатор полноценный. Или в том нашем случае здесь будет YouTube, потому что детям будет показываться мультики. Ютубчик, конечно же, у нас работает, без вопросов, ну, я не знаю, там, что-нибудь, я уж не буду, господи, что я такое включил, ну, не знаю, какую-то штуку безумную, она моргает, то есть очень быстро все, видите, обратите внимание, все это быстро достаточно переключается в различных интерпретациях, как вам удобно, можно все запускать, сворачивать, включать и так далее. В общем, скорость работы у данной магнитолы довольно неплохая. Здесь также предустановлено некоторое количество лаунчеров, которые можно, соответственно, установить, поменять себе более подходящие. То есть сейчас их здесь уже 4 стоит, и с нашего сайта можете скачать еще больше. И, конечно же, мы здесь установили камеру заднего хода. Камера у нас, как я говорил, подарочная. Мы вот проверяли, насколько можно парковаться. Вот наш бампер. Там остается буквально там 20 сантиметров до ворот. Клиенту очень нравится, он доволен, потому что это как раз прям вообще вот подарочная история, прям очень хорошо. Ну что еще, обратите внимание, все встает без зазоров, без щелей, без каких-либо. По свету, да, немножечко не совпадает, но, собственно, учитывая такой здоровенный 10-дюймовый экран, это прямо очень неплохо смотрится. Ну и опять-таки, как я говорю, у нас сохраняется весь климат и полностью вся штатная система. При включении зажигания все это дело засыпает, при включении оно автоматом быстро просыпается. Вот такая вот, ребята, у нас сегодня установка получилась. У нас не было этой машины еще на канале. По техническим моментам здесь ровным счетом ничего сверхъестественного нету. Машина практически вся аналоговая, все подключается в разъем. И даже, если честно, особо и снимать по этому поводу нечего. Ну, за исключением того, как разобрать эту консоль и достать штатную магнитолу. Ну, эта информация довольно много и так в интернете присутствует. Все, ребята, всем спасибо и до новых встреч.